Ну а на улице Карла Маркса день начался с демонтажа незаконно установленной торговой палатки. Этот объект здесь простоял не один год и, как выясняется, на птичьих правах. Собственник так и не удосужился узаконить размещение своего павильона. Кроме того, проигнорированы и дизайнерские требования, соответствующие концепции внешнего облика города. Напомню, законными считаются только те магазинчики и палатки, владельцы которых прошли конкурсные процедуры, заключили договор с муниципалитетом, а сами конструкции соответствуют архитектурным и санитарно-гигиеническим требованиям. О том, что закон грубо нарушается, торговый отдел муниципалитета предупреждал собственника павильона неоднократно. Нами было составлено требование о демонтаже, которое было вывешено на торговый объект, который висит и в настоящий момент с мая месяца. Хозяин данного объекта к нам не объявлялся, информация была вывешена на сайте администрации, никто к нам не обращался по данному вопросу. В таких случаях бесхозный незаконный объект демонтирует муниципалитет. По правилам, 3 месяца конструкция будет храниться на специальной площадке. Если владелец вдруг захочет забрать свою палатку, то ему сначала придется компенсировать все затраты на снос, перевозку и хранение.